Сегодня у меня на обзоре Pollini Big Well. Решил я все-таки его взять, а не Street 6 Big Well. Объясню почему, конечно же, обязательно. Качество литья не очень. Вот, в принципе, сейчас все не очень, но, к сожалению, оно вот так вот у нас сейчас есть. Получается, купил я его за 10 тысяч бушным. Новый, не знаю, 1016 где-то выходит. Big Well, естественно, дороже, потому что изначально в Big Well стоит просто ущербный лепестковый клапан, его нужно менять. В идеале, конечно, VL14, вот он, конечно, хороший, не поспоришь. Впускной патрубок, обычный резиновый, ничего сверхъестественно, вот. Но вот мое почтение, вот такая дырища. Вот такая. То есть тут получается, ну, как обычно в стоковом патрубке, вот это все пространство, это резина. То есть и тут вот отверстие маленькое. Здесь, пожалуйста, все как надо. Дальше. Лепестковый клапан. Вот такой. Ну, кому надо, может быть, отверстие. Пожалуйста, там лепесткового клапана. Так. 36,87. Будем мерить по вот этим местам. 23,63. Ну, ничего сверхъестественного, как бы обычный лепестковый клапан. Это лепестковый клапан от АМ6 мотора. То есть по факту сюда можно любой лепестковый клапан от АМ6 мотора поставить. Насколько он производительнее, ну, честно не скажу, но говорят, по крайней мере, что это все лучше ей, чем Big Well обычный, ну, то есть Т6. Потому что для нас, получается, как, ну, для обычных райдеров, так скажем, обычный Big Well это Street 6. То есть Pollini очень редко кто-то использует. Это вот сейчас вот я заметил, что много кто начал ставить. Ну, естественно, вот эта проставочка. То есть мы можем поставить Big Well от... Big Well. Лепестковый клапан от АМ6. Вот, пожалуйста, МВТ лепестковый клапан. Тут у нас прокладки, проставки всякие, впускной патрубок, который, ну, не нужен, но если кто хочет поставить, ну, вы его не поставите. Это я сразу могу сказать, потому что в колесо все упрется. Стоит он сейчас на Moto 50 под заказ 9000, ну, насколько это реально неизвестно, то есть надо по факту написать в Moto 50 и спросить, актуальна ли эта цена. Можно поставить китайский WeForce, вот его размеры, получается в ширину он 34, вот. 3,4, в длину он 60. Смотрите, бывают разные лепестковые клапаны от АМ6. То есть это AliExpress, к сожалению, сайт. Ой, я все вылетело, у меня все сломалось. А вот, все, починилось. Так, есть, получается, у нас... Сейчас посмотрим. Это не этот. Нет, это не тот. Вот 34 наш, а есть еще 36, если я не ошибаюсь. То есть у него ширина 36. Поэтому аккуратно. То есть лепестковые клапаны от АМ6 тоже бывают разные. Ну-ка, на подарте посмотрим, что у нас имеется. Так. Ну, в наличии, к сожалению, нет ничего. Скорее всего, не будет. Пижаут. Ну, АМ6, вот, Малоси есть. Я думаю, что со скутера Атака без проблем можно купить. У него какие-то расширенные отверстия. Я думаю, что вот он как раз-таки и идет на разные модификации. То есть, повторюсь, есть чуть, получается, поуже и пошире лепестковый клапан. То есть вот это расстояние, оно бывает шире, бывает уже. Поэтому надо на это тоже обратить внимание. Мы как-то покупали впуск на М6, и он у нас не подошел, потому что, ну, по отверстиям не сходится. Он больше, чем нужно. Вот. На CPI моторе было. Поэтому аккуратно с этим нужно понимать. Ну вот, здесь 34. Все, вот он, лепестковый клапан, любой туда поставить можно. Повторюсь, говорят, что едет намного лучше, ибо, ну, Big Well у нас вот такой вот, а, ну, Street 6, а Pollini у нас вот маленький какой. Вот. Говорят, что отзывчивость лучше и производительность тоже. Ну, по крайней мере, говорят. Сам я не пробовал, поэтому в этом году я его попробую. Если я найду Big Well, я еще сниму разницу между ними обязательно. А так, мне вполне нравится, за 10 тысяч, ну, мне кажется, идеальный вариант. Патрубки там вроде 1000 стоят на скутер-атаке, если я не ошибаюсь.